этим куском нарезать. Так, давайте побегаем немного с другим этим мечом крутым. Ну или не очень крутым, не знаю. Подземелье Кремля. Блин, там ничего не было, нет смысла побегать вокруг. Наверное, нет. Если что-то было, чат, скажите. Фига, мы еще глубже спускаемся. Его. Как глубже-то? Почему? А, в смысле? А, собор же на горе был. Логично. Челы греются. Эти пилигримов. Я пилигрим, кстати. О, псы. Не робо, кстати, псы, а обычные. Ловушка. Когда-нибудь я смогу сделать идеальное парирование. Например, в два раза больше, чем обычная тычка, да? Once Krat was just a small town on the coast of little importance. Before Elysian Boulevard was built, this place literally was all there was of Krat. But when some in the city prospered, they left the old town behind. Through isolation and neglect. Крот's first incarnation. Что, сверчка перебивать? Nothing but dangerous alleys and desperate slums. On the bright side, I guess, the whole city of Krot's pretty much like that now. The old town caught up with the new. It's true what they say. A receding tide sinks all boats. Да. Здесь покоится дитя, оставшее благословение семьи, что допочитаю, допочтит оно с миром. Чьёт оно с миром. Знак смеющегося кролика. Видимо, боящегося кролика. Был оставлен среди могил в кладбищенских трущобах в районе Малом. Боящийся кролик – хорошо известный знак гвардейцев. Лишь служит в качестве пропуска в определенных местах. Дешифратор эрго-волн. Винини решил проанализировать длины волн эрго-марионеток, чтобы определить причину их безумия. Избавляясь от марионеток по всему Крату, можно набрать более чем достаточно записей с нужными данными. Ой, я случайно сабмод включил, хотел камеру вырубить. Насчет Диабло, мне понравилось Фейтман. Как минимум один раз пройти сюжет точно хорошо. Ну что, недавно еще скидка уже была. Может быть, прям сейчас скидка на Диабло, можно и взять. Не, хорошо, мне понравилось. Очень даже. Один раз точно пройти, но с сезонами они просто обосрались. Вот, если просто как в Диабло поиграть, то хорошо, да, достаточно. И почтестить не планировал. Сейчас это сделать нельзя. Интересно, ну и что, тебя сжечь, что ли? Я электрическую бахнул. Тут все еще зомби вчело. Ладно. У меня же там тянка еще что-то просила принести. Я так ей не принес, да. У
Наверное, потому что не нашел. Сортир, да вроде в нем ничего не было, не? Чё-то локация гигантская. Куда бежать? Неисправность, в ловушку попал. Я же специально проверил, чтобы сверху никого не было. Но кристального копья кислоты звучит круто. Это кинжал, в который играется через таланты. Едкость, одиночный укол. Представляю, как мужик наверху несколько дней сидел и все равно промахнулся. Да, бедолага. Вижу ловушки. Не вижу препятствий. Слышь, пес. Сюда иди. Ну тупой. Сейчас папа Мишка отомстит. Я слишком много пытаюсь здесь заблокировать этими. О, смотрите, хилка не потратилась. О, не хочешь сюда попасть, в ловушечку? Блин, ему вообще насрать! Да, братан, слушай. Куб. Стоп, а чё, кубик закончился? Почему? Ладно, я заслужил эту смерть. Я делал херню. И зачем-то кастанул Эвку, потратил все блоки. Мне все-таки не нравится это оружие с идеальным парированием. Так, дискаунт плюс один. Не знаю. Это тайминговое парирование, во-первых, сделать не очень просто. Фига себе, у него кирка. Раньше они только руками били.
Чел, спрыгни, пожалуйста, мне нужно твое хп. Закончилось уже. Точно нужна рука с минами. Нужна, если я ее буду юзать. Не, я бы сказал так, мне в принципе рука не нужна. Вот. Я, короче, пытался опять нажать Shift F, но... О, получилось. На самом деле не так часто бьет. Так что с кубиком-то? Он типа закончился? А когда его... Когда... Типа как его ресетнуть? Почему я думал, кубик также ресетится при входе в локацию. Нет? Видимо, нет. Хе-хе-хе. Тупой пес. То почему я здесь ничего не взял? Не отрегенилась? Нет. Рука регенится тоже, когда врага бьешь, я так понимаю, да? Чё-то болото какое-то, да? А, подожди, он красным светится, когда... Блин, я забыл. Что он, оказывается, при бабочках светится красным. Чё здесь появится, да? И забайтит нас куда-нибудь на смерть. Бабочка-то куда делась? Что выжила? Спряталась. Окей. Ну же болото... Нет, тостер не имеет канализации. Болото вроде не настолько сильно, нет? Вот в кладбищенские трущобы. Как попал по тому, который сзади шел. Ой. Я нажал на Shift F. Ну вот эти вот реально на зомби похожи. О, тайминги. Звуки крутые. Получение атрибутов, окей. Осколки, осколки.
Толкан! Еще один. Кто объяснит опоздавшим, что враги краснеют? Красная атака — это атака, которую можно спарировать только в правильный тайминг. Если у тебя не получится ее спарировать в правильный тайминг, получишь урон. Да в смысле, когда я доставать-то начну? Никогда не начну. Лучше помереть и подарить самочку, правильно? Да, честно говоря, этот меч меня пока не очень устраивает. Но я с ним еще чуть-чуть побегаю пока что. Может, он при прокачке будет сильнее реально. Может быть, он, ну, он явно будет силен при... прокачки его... А, у него же рукоятку нельзя качать. А, не, можно, кто-то говорил, что... Наоборот, как раз-таки качнул. Жесть, пёс мне по лицу надавал. Клауди, поздравляю с подписчикой. О нет, медведь еще не помер. Ой, я лучше сюда упаду. Я в ловушку попал. Это предназначено для медведя. Это медвежий капкан. У меня эти не накоплены. О, я душ потерял. Я что-то вообще даже забыл о том, что их надо забирать. Типа, думал, я побьюсь с медведем. Ну ладно. Не знаю, кстати, сколько потерял. Причем прочитал название стрима «5 смертей собака». Не знаю. Как думаете, много душ? 1781 сейчас показывает. А это уже на месте, где я от медведя помер, да? Это уже на этом месте, интересно. Как же так? Все-таки я не все потерял. Только часть, а потом... Они переместились в новое место. Такое немножко... щадящий Souls-like, скажем так. А то я ни разу, два раза подряд не помирал, чтобы не забирать души. А что, бабочек больше нельзя поубивать, да? Они больше не будут светиться. Блин, а зеленый чел, наверное, тоже сейчас так и вылезет, да? А вон он спрыгнул, этот зеленый чел. А, и чё, а где крутая контратака? Или он просто не попал? Окей. Okay.
Меч, ну попадай, пожалуйста. Просто да, сдохли от абсолютно рандомного моба. То что, разыскивается братство черного кролика. Преступная группа из 4 гвардейцев. Обвиняется в нападениях, воровстве, осквернении тела и других преступлениях. Основалась в районе Малум. Поэтому будьте там предельно осторожны. О, неужто 4 чела с пушками. Этот мост упадет. Я забыл, как прыгать, что я назначил на отдельную кнопку. Мост хотя бы не упал. Что в этого также не попал. Хотел по обоим. Так. Какая неделя, кстати, четверг, да? Четверг. Так, ну и что в итоге, спускаемся или не спускаемся? Наверное, спускаемся. Там наверху что-то есть. Туда попасть. Мы туда, видимо, позже попадем, а через вот этот дом, скорее всего. Надпись. Даже в ветхой лачуге можно найти сокровище. Знаете, что случилось с жадной парочкой. Так, это какой-то лифт. Непонятно, можем ли мы на нем вообще подняться. Возможно, пока нет. Ну вот эти ворота выглядят страшно. Я ж говорил! Я нажал. Я уверен, что я нажал. Блин, когда я увеличу свой хил с этих? Ну вот тут я, конечно, рано нажал. Тут я согласен. Блин, да что ж такое? Это тайминг вообще быстрый у него. Есть шорткат? Нет. Если нет шортката, но в доме что-то есть. Как туда попасть? Дверь? Нет, это не дверь. Чё-то стрёмно, но походу смерть. Ключ от лачуги в трущобах. А, тут есть рычажок, хорошо. Возможно, что-то еще есть. Зато хилки-то закончились. Угу, понятно. Лифт, с которого надо вовремя спрыгнуть. Таких еще, кстати, не было вроде бы. Не знаю, не уверен. А, вот он, шорткатик. Да, лачуга из ТПшки.
Каракули жителя трущоб. Все изменилось, когда доктор распространил голубое лекарство. Я похоронил брата. Я даже не знаю, был ли это мой брат. Кто этот доктор? Чьи голубые волосы он носит в трости? На трости? Так, окей. Умер. Они будут спрыгивать? Или не будут? Вот ты спрыгнешь сейчас или не спрыгнешь? Понимаемо. Опять же, не электричеством, конечно, надо оружие точить. Ну ладно. Блин, ну вот я нажал опять Shift F, и какие тайминги тут надо ловить, непонятно. Хо-хо! Фига себе! Эй, подруга! Где я с большой ебакой дерусь? Отстань! Тебя не спрашивали. Знаете, горим в аду. 458 урона, кстати, очень много. На самом деле. Как? Ну почему? Я не понимаю, правда. Он все тайминги рушит просто. Типа, его парировать бессмысленно, я не знаю. Нет, короче, мне вообще не нравится парирование на этом мече. Все, в жопу этот меч. Жаль, но обычный сильнее. А еще можно огненное усиление взять на этот. Я уже просто на нем помираю, хотя не должен помирать на этих мобах. Абсолютно. Слишком долго. Дарл Тостер, приветики. Блин. Меч быстрый, дальний, красота. Чел сейчас спрыгнет. Mm-hmm.
В смысле, у тебя еще одна атака сразу после красной? А у меня сейчас зажалась кнопка. Она опять зажалась. Я... В смысле? Почему? Не, юзать, конечно, эти после... Не, ну у него и скорость. Да, ладно, не в мече было дело, а в скилле, походу. Слушайте, а я души-то забрал? Я вообще забыл о том, что души надо забирать опять. Кто-нибудь напомните мне, что это Souls-like, пожалуйста. Надо души забирать. 3000 просрал только что, 3000. Я видел, что было 4. Абсолютно вообще забыл просто. Да, лох. Получается. Конечно, вообще некого убить. Жесткий. Да, вошел. Особенно второй удар вообще бессмысленно делать. Ну все получается. Умер. Еще не помер, кстати. Уже помер. Ключ от лачуги в трущобах. Вот этой, да? Блин, жестко было. Witchfire попробовал тостер. Короче, прикольно, как будто бы, ну, там мета такая интересная, жесткая будет. То есть, прям, это единственное, что мне понравилось. Но поначалу у игры ноль динамики, абсолютно. Битвы. Ты, короче, не можешь никого убить, тебе сложно, потому что у тебя дальность пистолета, она, короче, ну, пистолет дамажит, вот, в принципе, в дальности, в которой мог бы дамажить какой-нибудь меч. Вот. О, какой-то крутой преобразователь, который все резистит. Офигенно. Вот. Ну, ждать релиза. Ждать и ждать. Там типа две локации, чтобы открыть вторую, надо убить босса первой. Вот, короче, блин, так, а как туда-то попасть? Я чё-то не понял. Же вроде никуда нельзя запрыгнуть. Там никуда нельзя было. Уж с этой стороны. Как BPM получается, когда ружки далеко не стреляют. Да, там вообще, типа, урон 3. Когда ты пытаешься стрелять, там... На радиус 15 метров. А против тебя снайпер, который, знаешь, на сколько метров тебя стреляют? Ну, примерно 50. В самом начале локации уже есть такие монстры.
Вот, круто. Я считаю, нет. Там прям реально снайпер, который, от которых еще и прям уворачиваться. А, это вон с той стороны надо. Какую-то лестницу спустить. Блин, а... А, ты тоже по 4 делаешь? Или нет? Короче, потенциал есть какой-то, но... такой вяленький. Так вон, стоп, лестница. Ну да, она, наверное, не спущена еще. Мне вот оттуда надо спустить. Ну, ладненько. Идем дальше. Ну и, конечно же, разрабами Painkiller'а там не пахнет. Музыки никакой нету. А, вот, кстати, Dash, который прерывает перезарядку. Как же меня это взбесило, да. Просто жесть. Чельк, да... Не, ну в теории вообще на безрыбье можно даже попробовать там дойти до второй локи, в теории. Блин, а как мне туда попасть? Почему я... На мой мост. На мосту бомж какой-то ли висит. Жили в локации хромой мост, даже не будет какой-нибудь хромого бомжа, который будет с нами драться. Да, выстрелы врагов наводятся, без дэша не сдоджить. Ну вот, по крайней мере, у этих снайперов, как мне показалось. Враги появляются вокруг тебя в момент, когда типа, не должны появляться. Ну, короче, я не знаю. Неудобств, сложность в виде неудобства, я не знаю, как это описать. Как туда забраться-то? Ну, как бы перс там качается, там, ну, там, типа, прям базовые статы персонажу качаешь, и потом накачиваешься еще какие-то... Блин, реально, а как туда попасть-то? Может, по реке, под мостом? Ну, хрен знает. Есть веревка в руке, чтобы цепляться за деревья, скалы или подтягиваться к врагам. Потягиваться к врагам можно, но всяких деревьев, скал нет. Нет, тут мир как в соузлайках. Прыжочки здесь номинально. Иногда нужны перепрыгнуть пропасть, но на деле практически ничего не дают. Ну, то есть, запрыгнуть на скалу вот сюда ты не можешь. Блин, вон там какая-то еще деревушка. Видимо, мы к ней каким-то образом, я не знаю, вернемся или... Конечно, мы сюда еще вернемся и шорткат какой-то откроем после моста. Ну, как будто, блин, тут какой-то очень большой круг надо сделать, чтобы сюда вернуться. Не знаю. Типа это вот оттуда надо идти, но как? Может быть реально в смастном ванну? Тут вот можно спрыгнуть. Забрать предметик. Ту-ду-ду. Глазки сейчас закапают.
выглядит как недоклон секира. Нет, хороший. Зачем называть его клоном секира, если здесь даже своя уникальная механика есть? Да, парирование клевое, но блок, который теряет хп, но потом ты его можешь восстановить, если успел. Мне, короче, нравится вот механика блока прикольная. Это как будто слабее, чем предыдущий бомб. О, успел! Ничего себе. Бычара! Как же я пытался спарировать. Застренная труба. Сейчас глянул трейлер Witchfire, там трейлер из геймпада, все желание пробовать. Так всегда трейлер из геймпада делать, чтобы плавность картинки красивую показать. Как ты идешь такой, а потом стреляешь такой. Пяу-пяу. Плавненько наводишься на врагов, красиво. Это же всегда так. Архивы отделения мусорщиков. Информация об объекте неизвестна. Принадлежность к организации мусорщик. Кодовое имя Кот. Вступил в организацию в качестве гвардейца ученика, но не проявляет активность. Неоднократно замечен в пренебрежении чинами и обязанностями. За последний год несколько раз контактировал с Лисой, гвардейцем Бастардом. Обвинен в утечке секретов организации, но пока не отреагировал. Лиса, Бастарды. Предположительно, она, как и другие Бастарды, происходит из благородной семьи, но лишена наследства. Что интересно, она утверждает, что незаконно рожденным отпрыском ее семьи является Кот, ее потерянный брат. Если верить вышеуказанной информации, Кот, возможно, шпион Бастардов. Расследование неофициальное и, соответственно, разрешено применение любых методов. И мы их видели. Интересненько. Ну, это будет сложно. Особая ампула сопротивления. И думал, что прыгнуть не получится. Здрасте, как дела, дорогой джейнер? Да нормально, понтифика убили местного, ну, попа какого-то очень просто, пара тройка траев. Это я еще с оружием был, которое мне не очень нравится. Поначалу, потом на свое поменялся. Все-таки вот эта пушка мне прям супер топ заходит. Даже можно и упасть, наверное, да? Здрасте. Приветствую владение братства Черного Кролика. Помните, если вовремя не оплатить наше покровительство, вы окажетесь в гробу. А, я только хотел к ним вернуться, поговорить с ними.
Они вот тут, оказывается, мы про них только что читали. Oh, I saw you go into the factory. But you're here. So, wait. You came out of the factory? That's a new one. I thought you would have been burnt to a crisp. Ой, меня поджарили 15 раз. На руки нет, не пробовал. Какой у меня на руки? У меня 20 сил вкачано. Why not join forces? Play our cards right, and we could defeat the villains who rule this area. They're the Black Rabbit Brotherhood, the baddies who torment the residents around here. We heard their hideout is stuffed with treasure, and it's a good time to liberate this place as well. Pretty sweet deal, don't you think? All you have to do is create a distraction. That's it. The rest we can handle. So, you gonna do it? Почему бы нет? Эти челы какие-то мерзкие. We're no slouches in the fisticuffs department in a pinch. You lead. We'll bring up the rear and watch for hidden threats. Не будешь говорить со мной? I like it. Так, сейчас я... Друзья, я... Вначале я хочу куда-нибудь сходить. А в отеле Крат что-то деда хочет поговорить, да, какой-то? Какой из дедов, не понял. На Джипета почему-то не похож вроде. Даже видел, кто-то с щитом мечом играл. Видимо, вообще по Dark Souls соскучился. Где тут щит взять? Что? Друзья, точно? Может, это она хочет поговорить? Сбоку непонятно было. Ладно, нет. Жизненная сила, нет ничего важнее. Но слезть уже особо не заканчивается, веса пока хватает. Урон качнуть подвижностью. Ну, давай урон качнем. А, вот этот, походу, хочет поговорить. Anini, запросить оценку коллекционных предметов. Знак смеющегося кролика. Oh, this is the mark of the Black Stalkers as a unified force ceased to be after their defeat at the Battle of the Workshop Tower. The Black Rabbit Brotherhood took over the Marlam district after that. I believe you could use this mark to move safely whilst on the Black Rabbit Brotherhood's turf. Возможно, это было в руке, а ну, может быть. Vernacular, and give you entree to the black market as well. But be careful, sir. The Black Rabbit Brotherhood is quite infamous for how they treat interlopers. If they catch you, they'll put you in the liar's coffin. Yes, I believe it is as unpleasant as... Ah, and I see we have new physical records to catalog for the collection. Such effort... Спасибо, наверное. At the house of... Я только не понял, что это было вообще? Что за предмет? I know my way around a weapon. Want me to look Dragon at something? Dragon Glass, я не теперь понимаю, почему все недовольны. Что не так? Сказы, блин, лунный камень, серп у меня один. Ну, этот меч-то второй раз качнен, но... Кстати, урон-то у него больше. Но у него блок хуже. А заряд легенды быстрее копится. Блин, эти парирование такое себе. К сожалению, плюс 16 урона. Мне не так сильно нравится. ФСР всем не нравится, если ты прогресса завал. Ну, так, дейлики, почему нет? Нет, изумрами, у нас вроде все норм. Но я слышал, да.
погнали. Они реально прям со мной бегут. Так зачем? Я бы и сам справился. Нихера себе. Прикольные они, ребята. I'm an artist. I'm a performance artist. Спар от меня. Да уж. Вот это причина. Ну, что отменили, но бутылка, она ее по-любому сейчас кинет. Да, помри уже. Очень надеюсь, что они не могут помереть, а то приятно будет. Лиса жену узнаю, а кто второй? А он ее, это ее брат, типа, кот. Ух ты ж, близко было. Стоп, я думал это... Че, это же к выходу ведущий, нет? Видимо, нет. Так, ребят, ну я сюда упаду, посмотрю, что тут. Ладно, я не против. Ну, в принципе, со мной. Ладно. Поехали. Дальше. Гильза неисправности арк. Так, тяжелая гильза, которая дает все резисты. Замечательно. Немного тяжело. Пора возвращать свой этот... Да? Спробуйте Лаблайвис. Великолепнейшее вино в мире. Винодельня Лаблайвис имеет многолетнюю историю. Марочное вино, производимое с начала возрождения Крата. Розовый цвет, известный как рубиновый рай, тонкий выдержанный аромат и вкус, чудесное послевкусие. Даже легендарные гвардейцы оценили Лаблайвис. Попробуйте лучшее вино, которое выбирают стоящие на вершине. Вышли. Никто не вылезет. Ты тоже? В стране утреннего солнца, за морем есть пагорка. Прежде чем вступать на мост, нужно по нему постучать, даже если он каменный. Лиса тоже не пойдет, видимо. С братиком остается. Да, метка кроликов дальше. This just in. The intruder turned out to be Geppetto's puppy.
This mob's protection fee will be waived for anyone who hunts it down. What a deal! Now hurry up and run, you idiots! Лучка есть. Ну, вопрос, как забраться наверх, чтобы по домам ходить и вон тех вот убить? Жесть, он обезумел. Ну и клёво, а как, и чё мне, и чё мне делать, и как мне выбраться? 39-я. Да, урона по нему очень мало. Еще и меч сломался, еще и не поджег его. Как в красного лобстера попасть? Туда попал. А, тут лестница была. Ну, хорошо, что вернулся, получается. О, лунный камень серпа, это хорошо. Это можно меч качнуть. Блин, это элитка жива. Так, работяги ушли. Ну, ладно. Видимо, это все, чем они нам могут помочь. Надо души забрать. Так, а время уже 8:30. Фига себе. Интересно, можно ему в спину попробовать зайти? Скорее всего, нет. Он считается мобом с хорошим нюхом. Ого, бабочка, вовремя, блин. Ну ты, бабочка, конечно.
реально вовремя. Вторая точка будет. Блин, на него получается прыгнуть можно, наверное. Ёпраш. Не дают забрать лут. Ну я же, ну хорошо же перепрыгивал-то. Ой, иди в сраку. Эх. Я думал, ну как бы она так близко не кинет. Здесь можно садиться, я не помню, нет вроде. Приседать. Звалы с двуруками. А, может быть наоборот, казалось, со скоростными пушками играют, не? Скоростные пушки дают возможность быстро парировать и быстро дамажить. А вообще кринж. Играешь с тем, что больше нравится. Жесть. Че я нашел? Ключевой предмет? Нет? А, оружие какое-то нашел. Рукоять пилы костореза. Б подвижность. Д выручка. Выручка. Стойкость. Комбинация рубящих ударов. Еще один удар сверху. Используем дополнительные легенды. Мощный удар. Время повышает устойчивость к вражеским атакам. Блин, вот это прикольно. Эту атаку я хотел делать. Может... Ладно, он, конечно, устал от этой комбы. Ладно. Та же? Нет, это не та же. Блин, я устал против этого моба зажиматься в углу где-то. Амулет терпения. Ну, посмотрим. Повышает скорость восстановления выносливости. Мгновенно надеть на марионетку. Можно надеть на марионетку, чтобы получить особые силы. Держать пружины в порядке и сохранить самообладание – важные навыки для марионетки. Даже сами конструкторы марионеток с эрго до сих пор не понимают некоторые принципы их работы. Немного тяжело, немного тяжело. Ну, раз и там немного тяжело, можно и стамину увеличить восстановление. А чё, цифры же есть, по-моему, нет? Нет, есть регенерация при блоке, а вот скорости восстановления стамины нигде не написано. Да блин, как здесь много таких закрытых дверей. Туда еще как надо добежать, допрыгать, не знаю.
еще раз сверху быстренько пробегусь. Ничего нету. Ну, там только, но туда пока не допрыгнуть. Значит, спрыгиваем. Да, Варя, сюда иди. Локо долгая прям. Да в смысле, у тебя еще одна тычка была? Я уже был уверен, все, уже споткнулся. Уже все. Надписей никаких нету. Хотим сапку и босса. Найти. Срезано моба, опробуешь? Не, вряд ли. О! Здрасте. Здорово. Который закончил переварить пищу. Давай свеча, наверное. Ну да, логично. Ну, читы 50 на 50 выбор, ну. Явно гуглил, да, успел загуглить, ага. Спасибо за ключ, я знаю, куда его вставить. Я знаю. Ядро. Метательная подвижность. Попав в врага, наносит значительный дробящий урон, так и ядро может оглушить любого противника. Некоторые виды метательного обладают огромной разрушительной мощью сами по себе. Изучать физическую силу марионеток. Да ну, ну нет, ну почему? Кстати, светишься? Светится. Ага.
такой, вроде самый обычный, да? Пес еще. Оливия Принц, спасибо за сапку. Абсолютно внезапная новая сапка. Спасибо большое за поддержку. Приятно. Спасибочки. Спасибо, спасибо. Что, туда точно нельзя? Видимо, нет. Не знаю. Какая-то платформа, какой-то лифт. Нельзя скинуть. Видимо, не... А, ну тут везде такие платформы, грузовые, видимо. Сапки, знакомая тема. Зайка. Савчик говорит, это я, да. Окей. Наверх. Лобстер, тот самый, который откроет нам самый главный шорткат. Все-таки наверх заберусь. Начну прохождение. Спасибо. Ого, первое сообщение в чатике. Спасибо за поддержку, за сабочку. Добро пожаловать. Розовое поло, эмодзи, вот эта вот вся история. Ну ладно. А, в смысле, что, почему я вообще сюда пошла? А, это какая-то крутая элитка, я такой не видел еще. Шорткат попробую найти быстренько. Угу. Есть. Слишком долгие шорткаты. Слишком долгие. Хорошо. Есть что интересное? Нет. 6900. Ну ладно, сейчас здесь еще побегаю. Водитель по дому милосердия Монат. Добро пожаловать в дом милосердия Монат. Дом милосердия Монат также известен среди людей как поместье Рос. Изначально это было благотворительное учреждение для бедных детей, но сегодня, благодаря поддержке семьи Монат, это школа-интернат с качественным социальным обеспечением и образовательной программой. В зависимости от способностей и пожеланий к будущей карьере, дети могут получить образование гвардейца, техника, мастерской или алхимика. На сегодняшний день примерно 200 выпускников Дома Милосердия Монат успешно работают в городе Крат в различных сферах деятельности. Если хотите сделать жертвоприношение, пожертвование или задать вопрос, обращайтесь к управляющему Дома Милосердия. Ты похож на осла на этой фотографии. Хватит чиркать на моей фотографии, Ромео.
Пойдет. Своем вочищение. Утаемся, утаемся, утаемся. Катализатор легенды. Сюда не пройти, нет. Кажется, босс уже где-то близко. Sure, but I gotta ask, you really gonna take on the Black Rabbit Brotherhood by yourself? Все братство, может это будет 4 босса? О, а вот и босс. Ну понятно. Ля, все братство, походу это несколько боссов. Да. Если так, то это очень неприятно. Блин, что с кубом-то? Как его зарядить? Я так и не понял. Чуваку вернуться? Мы так и не нашли для него денежное дерево. Так долго ждали. Пусть это будет 4 босса. Я видел, как у Пува тут скорее задница. Понятно. А, мне же надо... Сейчас, подождите. До босса мне еще надо сгонять и открыть ключом триединства дверь. Угу. Шея. I know my way. 3 из 4, блин, одного не хватает, потому что зачем-то вот эту качнул. Если бы не качнул, то хватало бы сейчас до +6. И точно так же до этого было. Пора качать вес, снижать. Так, 4500, да? Жесть, у меня камушков. 4800, пойдет. Так, а если теперь... Надеть вот это. Еп. Легкий. Легкий вес, найс. Не то, чтобы он мне сильно нужен был. Так. Библиотека. Алтарь архиепископа. Библиотека, наверное, да, мне нужна. Спасли ее, да? Ну ладно. Видимо, какой-то предмет я все-таки не нашел, чтобы ее спасти. Беда. Беда, беда. Плохая концовка. Переигрыв. Да. Получается. И превращается, ну, вот так вот. Она, я даже не помню, что она просила найти для нее. Если честно. Так. Был какой-то непись, да, это был непись, монашка.
кольцо. Ну, какое-то, да, что-то от архиепископа просило. Архиепископа. Так, надо понять, куда мне. Вот, по-моему, где-то тут будут шары, да, чуть ниже. Фига себе. С другой стороны зашел. Ведет чисто в воду, ничего там нету, да. Есть одно место, которое я здесь хотел посмотреть. Вера, естественно, в конце звездного пути ожидает прекрасная вечная жизнь. С половиной дня даже благословенный церковник проклянет Бога, если тот вырвет ему ноги. Для черного кота охотничье облачение какого-то мусорщика. Так, новую одежду это нам надо. Облачение организации гвардейцев-мусорщиков воплощает собой неукротимую жестокость темных переулков. Мусорщиков обычно можно найти в переулках, они сражаются грубо и безжалостно, их можно и за деньги, но купить их доверие сложно. Снижает урон падения. Свою силу на символе можно запечатлеть информацию и воспоминания. Падение одинаково смертельно для всех, имея кошачью удачу, однако можно смехаться над смертью. Успеть туда каким-то образом запрыгнуть на эту. Мне как будто бы не запрыгнуть, да? А это очень больно. А это супер больно. Ваншотно больно. А сапочка получается. Comrade, how would you like to join? Хлопц, поздравляю, Лопенс. Электрошок возникает, когда накапливается электрический урон. Персонажи и монстры получают повышенный физический урон и урон от электричества. Ваш персонаж будет получать постоянный урон по ячейкам легенды. Монстры получают повышенный урон от ошеломления. Чем выше у вас сопротивление электричеству, тем медленнее заполняет шкала электрошока. Для снятия отрицательных эффектов он полный, понятно. А, я, кстати, все хотел проверить, а можно ли под лифт залезть? Еще одна есть штука, которую я хочу попробовать. Успеть спрыгнуть в этот. Сейчас еще как-то баллы эти, блин, хпшки надо забрать. Ты будешь приезжать, не? Спасибо. Блин, а мне кажется, на этой штуке все-таки можно уехать каким-то образом. Не знаю как. Типа не спрыгивать, а просто врезаться, например, лицом. Сразу же получить стан и остаться там и уехать на ней. Чё думаете? Вообще скажите, можно? Нет, чтобы я не пытался, а то мне лень. О нет, здесь долго ждать придется. Но я попробую, наверное, прыгнуть. Нет, я, наверное, все-таки дождусь. Звучит глупо, да не, почему? Ну, да, но секреты. Запретил подсказывать. Запрещаю подсказывать до тех пор, пока не разрешаю подсказывать.
пользовался этими обоими легиона. На самом деле легион заряжает система. Короче, я еще думал успеть спрыгнуть вот туда, потому что у них, да, у них очень большой промежуток времени. Значит, спрыгнуть туда и потом спрыгнуть куда-нибудь обратно, наверное. План еще вот такой есть. Стоп, а где мои хпшки? Ну, то есть, а где мои души-то? А все, души потерялись. Или они там были, он снизу? Нет, не мои. Ну, ладно, хер с ними. Косарь всего. А, привет. Вот сейчас. И обратно нет, нельзя. Чего? Ну хотя бы урон не получаю. Сломал игру, получается. Ломай игру, будь готов, что игра сломает тебя. Да, блин, жаль, что она померла, конечно. Ну ладно. Все, пойдем босс посмотрим. Надо пройти сегодня, наверное. Амулет от падения не поможет. Район Малум. Я что-то по дороге скипал еще какие-то двери, не помню. Вроде нет. Так, все, получается, район этот Малум мы исследовали.